По сообщению Всероссийского центра изучения общественного мнения, на сегодня хотя бы один непогашенный кредит в семье имеют 57% россиян. За последние 8 лет эта цифра удвоилась. В 2009 году на вопрос о наличии действующего кредита утвердительно отвечали только 26% участников опроса. Уже 67% россиян хотя бы раз пользовались кредитами. Только за последние 3 года этот показатель вырос на 10%. Если в 2014 году доля тех, кто ни разу не занимал деньги в банке, составляла 42%, то в этом году таких людей осталось только 32%. О том, что граждане смело берут новые кредиты, говорят и данные Банка России. На 1 ноября этого года объем банковских займов физическими лицами достиг около 12 триллионов рублей. За год этот показатель вырос почти на 10%. При этом просроченная задолженность составила 880 миллиардов рублей. И о курсах валют. Доллар стоит 59 рублей 63 копейки, евро 70 рублей 36 копеек.